Для малышей Усть-Донецкого района дорога в будущее открыта. С открытием современного детского сада «Жар-птица» продолжается работа с острой нехваткой мест в дошкольных учреждениях Ростовской области. Построенный с нуля детский сад почти полностью укомплектован. Он смог принять 210 детей. Все помещения, пищеблок, прачечная оснащены современным оборудованием и мебелью. Ну, у нас проходит адаптация. Некоторые дети еще проходят медкомиссию, естественно. Следующая приятная встреча состоялась с многодетными матерями. Губернатор предложил создать объединение мам, проводить работы с семьями, оказывать поддержку материнства и предлагать решение демографических проблем. Чтобы в первой половине года максимальное количество, если не все, не в полном объеме, 2014 года начать строиться, чтобы успеть завершить их к концу 2015 года. Практически в еженедельном режиме оценивается ситуация. Нужно говорить о том, что есть некоторые вопросы, которые возникают, например, при отводе земельных участков, при присоединении к сетям. Губернатор области также посетил новую многофункциональную спортплощадку. В данный момент в 6 районах области возводятся подобные объекты. На каждую из них выделено по 2 миллиона рублей. Затем Василий Голубев проверил, как работает новая система теплоснабжения для многоквартирных домов и социальных учреждений. Несмотря на ежегодный рост стоимости энергоресурсов, в этом районе стоимость 3 года удерживается на одном уровне. Сергей Мирошниченко, Александр Кобец. Главное – новости.